Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же стримить с вашего iPhone или iPad на ваш YouTube канал, с каким приложением и все остальные последующие фишки, которые дальше вы увидите. Начнем с того, что нам нужно зайти в App Store и скачать приложение Omlet Arcade. То есть это опять же мобильный стриминг, как видите, здесь есть описание и все остальное. Сейчас его загрузим и будем дальше уже рассматривать, как его активировать и через какие способы или иные функции будут работать, чтобы было понятно. После того, как мы скачали это приложение, переходим в него. Будем делать все пошагово, чтобы вы потом не задавали мне вопросы. Вот, загружается все красиво, нам нужно создать аккаунт. У меня он, допустим, уже есть. Вот, уже есть. То есть жмем, ждем, прогружается. Правда, я не помню, под каким я тут уже зарегистрирован. А, вот у меня есть сохранение в это настройках. Вот я сюда перехожу, прогружается. То есть вы заходите сюда под любым логином. Вот, чтобы начать стрим, вот здесь плюсик, начать стрим, допустим. Тут понятно, как это все делается, жмем понятно. Дальше продолжить. Видите, у нас здесь ползунок стоит просто на регистрацию. Вот как я подписан, Apple Expert 1. Но нам нужно перейти так, чтобы это был YouTube канал. Жмем сюда, вот здесь, где войти через YouTube, потому что стрим не пойдет. Жмем войти. Вводите вашу почту, как у вас в YouTube все. Вот, я перешел по своей почте, которая зарегистрирована по YouTube каналу. Жмем готово. Позже. Как можете заметить, у нас ползунок падает с Apple Expert на Apple Expert уже конкретно на мой канал. Жмем дальше. Что мы здесь видим? Мы здесь видим настройку. То есть нам не нужно выбирать там какую-то либо игру. Мы, допустим, будем просто стримить наш экран. То есть наложение нужно или не нужно. То есть, как понимаете, здесь даете описание, вот здесь название, описание, все, что вам нужно. Настройки стрима, можете даже зайти тут что-то понастраивать под себя. В настройках все понятно, опять же выбирайте здесь качество, качество выбирайте максимально. Дальше, ориентация, выбираем, ну желательно, конечно, пускай будет это авто, то есть как устройство будет, так оно и будет у вас дальше все это дело прорабатываться. Ваши уведомления, то есть это те уведомления, которые вам будут приходить на телефон. Но смотрите, только сообщение стрима, либо же не беспокоит, либо же общее сведение. Если вам нужно, чтобы приходили все сообщения на экран, она будет как бы надоедать. Вы здесь именно как раз жмете только сообщение стрима, те, которые будут приходить именно стрим, и никаких других уведомлений у вас на экране не будет. Опять же, тут понятно, сохранять на устройство или еще куда-то. Вот задержка стрима, тут его нет, либо же ставите, какое вам надо. Но ставите лучше на нет, чтобы минимально сократить это время. Оно в любом случае будет одну или две там каких-то секунды. Наложение, нужно вам это ставить, не нужно. Будет опять же водяной знак Omlet, он вам не нужен, он также будет отвлекать. Это такое дело, вы просто включите стрим, дело пойдет. Выбираем игру и стрим, тра-ля тополя, все понятно. Отказываемся от этих настроек, выходим обратно, чтобы начать стрим. Нам нужно все точно так же нажать, как здесь, вот здесь стрим, только у нас здесь будет три наименования, точнее у меня там Facebook будет, но если у вас нету Facebook, то нет. Вот здесь будет фото, там стрим на Facebook и стрим на Omlet Arcade. Выбираете Omlet Arcade и у вас стрим начнется. Все, вам больше ничего не надо знать. Все настройки по стриму понятно, все сообщения будут сюда приходить. Что еще объяснять, я тут не знаю. Вот меня человек там просит, вот запиши, как делается то и то и то. Я уже рассказал, описание пишите, выбираете ориентацию экрана, выбираете качество, выбираете задержку, выбираете сообщения, будут приходить, не будут и какие, все. И начинайте стрим, больше ничего здесь не нужно знать. Перешли, скачали и работаете. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. И прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока.